Наша делегация состоит из крупных компаний. Есть такая компания Mile Group, есть компания Русский Свет. Вот. И мы хотим коротко тут презентовать, для чего мы приехали, рассказать о тех проектах, которые мы хотели бы здесь внедрить и как бы запустить. Основное, что нас, конечно, интересует, это технологии, которые владеете вы. Возможно, мы бы хотели обменяться, конечно, опытом в сфере блокчейна. Также мы очень были заинтересованы именно по порталу ваших госуслуг. Я, наверное, в своей жизни не помню, наверное, более радушного приема, с одной стороны. С другой стороны, я хочу быть кратким, потому что уже много слов сказано. Я хочу поднять этот тост за конкретность, за людей, которые вполне конкретные, которые делают дело. И вот сегодня с Канатом мы поездили, с коллегами поездили, с президентом, с первым лицом повстречались и с другими коллегами. Но та скорость, с которой принимаются решения, она, ну, меня поражает. Подписывается протокол бизнес-миссии российских предпринимателей и представителей общественного сектора в Республике Кыргызстан. С подписывающей стороны присутствует Тинус Михаил Альбертович, с представителя киргизской стороны бизнес-сообщества Чудинов Игорь Витальевич. Thank you.